Снайперы. Всем привет, друзья. Ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем играть в... Как это называлось-то? Новые задания в метро Last Light, лучше одежды Redux. Итак, снайперская группа. Группировка «Красная линия». Место, поверхность, задача скрыта, проникнуть на территории базы Рейха. Ну что ж, друзья, ребятушки, давайте с вами возьмем спартанец, как всегда, сложность, и нормально поставим с вами. Собственно, и поехали. Да, пересохранились. Ага. У разведчика своя задача, у нас, ребятушки, своя задача. Так, короче, нам с вами нужно проникнуть на вражескую базу. Мы с вами играем за снайпера. Ага, здорово, братан. Противогазный. Мы считаем на месте. Стрелок, ты говоришь, что надо. Вот сейчас покажешь класс. Ну и посмотрим. Это несложно. Жаль, одна она у нас. Я тоже из такой пару гадов шлепнул. Ну, противогаз. Давай. Ты и сам справишься. Противогаз полутреснутый. Так. А ты чё? Вот чёрт, тихо, спать. Ладно, хрен с ним. Мы на позиции. Всё. Отдыхаем. Наша главная цель — пробраться на станцию Чёрная. Ага. Тебе нужно будет перебить всех на внешнем периметре. А затем пробраться в здание. Интересно. Пока ты будешь разбираться с охраной внутри, я зайду с другой стороны и выполню свою задачу. Как закончишь, встретимся на входе на станцию. Отчасти. Мой первым делом надо очистить крышу и вышки, а потом уже перещелкать патрули. Снайпер элит какой-то непонятный. Ну ладно. Смотри. Дрынк! Бах! Отличный выстрел. Видал как? Ребята. Сейчас, ну-ка. Осторожно. Ага. Сутой? Да, 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 прям на него смотрит. Отдыхаем. Хорош. Да, глушачок-то что надо? Так, эти там двое стоят, погодите, трое вообще стоят. Не, в принципе, ничего сложного-то в этом нету. Самое главное аккуратность и внимательность, ребятушки. Сколько у нас фильтров-то есть? А, на 10 минут? Давай перезарядимся на всякий случай, потому что я не вижу, сколько у меня патронов вообще. А, вот теперь вижу. Что творишь? Сейчас всех на уши поставят. Вали их! Всё, что ли? Ну-ка, ребята. Спокойствие. Теперь не подпускай колокола, а то общую тревогу подымут. А где там кто? Так, здесь закончим. Всё. Теперь давай на соседнее здание. А, на соседнее здание еще? Ну погнали. У нас фильтров-то на сколько? На много-то фильтров не хватит. Всё, все спать легли. Погнали, ладно. Там как раз трос провешен. По нему и переберешься. Всё, 15 патрон. Внутри это где? В смысле? Не понял. А, еще... Жесть какая-то. Не, ребята, ваши там отдыхают. Так, что, у меня тоже с глушителем, да, это все? Так. Благородие. Тихо. Ну, здесь без разницы, на самом деле, как я понимаю, как выносить, кого не выносить. Здрасте. Кто там? Да я же нажимаю. Всё, спим. Ага. Я что-то перепутал. Здесь, видишь, здесь нету оглушить. Здесь, оказывается, всех нужно... Здесь тупо все гасить только надо. Ну-ка. Браток. Все, спим. Так, сейф. Во.
Правда, она все лишь по 1,5 минуты добавляет. Как-то странно, как бы один фильтр вообще, по идее, по 5 минут, по-моему, прибавлял. Ну ладно. Как говорится, не суть. Во, важно. Ну-ка. Опа, спим. Так. Воу, пуля пролетела, видал? Все в порядке. Так. 10 патрон. Подожди. Неужели больше не дадут? Молния кругом бьет. Бабах! Тихо. Давай фильтр меняем. Плюс 5 минут. Что нам делать-то, как быть? Как бы их там трое. Подсказок нету. Все, отдыхаем. Ребята. По идее, все, да? А сюда, я так понимаю. Так. Посмотрим. Погоди. Здесь закрыто. Вот, даже поспать можно, прикинь. Здорово. Да, уж здание не маленькое, а уж тем более, учитывая, как бы, опять же, у нас с вами, ребята, легкая сложность. То можно, во. Все. Погас. Погасли свечки. У нас с тобой погасли все фонарики и лампочки. Ну-ка, аккуратненько сюда сейчас пробери. Ой, здрасте. Боюсь, что нас сейчас здесь спалят, то, что, скорее всего, светло. Задрало меня тут мокнуть. Да отдыхаем. Минус 2, ребята. Так, это он как четко, прям смотри, упал. Зацепился за досочки. Так, ладно. Нас гроза палит. А, вот до колокола, да? Вот так вот они раз по колоколу, бэньк, и все. И сразу подмога прибегает. Ну, с того туда надо, я так понял. По лесенке погнали. Сюда вот. Во, хорош. Понимаю, что мы, наверное, пришли уже, да? С тобой растяжечка, я вижу. С тобой-то все забираем. Да, патрон здесь дают гроши, поэтому самое главное их просто так все не расходовать. А ну вот можно вот этих все сейчас еще пообирать. Они вообще пустые, походу. А мы вон подожгли, что ли, его? Мы сделали. А мы затушили. Что происходит? Что происходит? Что происходит-то? У меня... А что происходит-то? Все, что ли? Похоже, все. Слыхал, что делается? Красные на гидростанцию прорвались. Там вроде что-то. А, все. Так, тихо. Так они, суки, целую роту послали выручать. Как дадут? Так, подожди. Ну-ка, отдыхаем, братан. Недаром фюрер говорит, что красные не до человечества. От пауков возврата нет. Все. Пописали. Затушили костерок. Все. Пописали. Такой звук, как будто унитаз смывается.
Слушай, странно, а? Вот же странность. Я бы противогаз бы еще поменял бы. Так, все, мы снова все повырубали. А, во, неужели? Хорош. Так, что у нас с тобой там радио есть? Можно вот так вот просто пальнуть и все. Хедшот. И он сразу провалился, видишь как? А как? Чему не могу затушить-то, алло? Всё. Минус, минус свет. Кого накатает, говорит? Кого-то раскатать, короче, он захотел. Ну и чё он стал там, алё? Пойду, говорит, что-то раскатаю, говорит, кого-то. Пим. Ну-ка. Тихо, опа, браток, все, не дышим. Отдыхаем, экономим кислород. Хватит дышать. Здесь можно что-нибудь погасить? Все, ребят, курение убивает. О, музло пошло. На теплоходе музыка играет. Его смыли унитаз, закатили свечи. Смотрю там вот тоже. Ать! Ой! Что больно. Ну, звук странный. Очень странно так, типа, таким взмахом таким. С ручище ему. Отвешивает. Так, все, поход пришли, да? Да нам, да? Куда нам надо-то? У нас здесь. А что на то? Вообще на тот этаж надо было идти. Сейчас заскрипело. Это жесть какая, ты посмотри, а? Тут кому-то что-то рукой машет. Сначала должен, может быть, им свет вырубить сел. Вышку тут обрубить, еще что-то сделать. Ну, скорее всего, потому что... Подозреваю, что если мы этого не сделаем, то как бы... Ломается. Досадно от этого, конечно, очень. Что-то прям вообще, слушайте, жесть реально какая-то. Вроде никого нету. Не, ну это и хорошо. Такие скрипы, знаешь, как в этом, в Сталкере, когда по лабораториям ходишь? Там такие же скрипы были. Все время где-то везде. Все скрипело, скрипело. Здорово. Братан. Снайперку нельзя вот твою взять? А че, у того все свои дела? Там где-то сидит непонятно где, с какими-то своими делами. Ну что, сейчас придется здесь пописать? Нельзя пописать здесь. Слушай, они даже не палят меня вообще, как бы, какие снайпера они вообще? Так вот, брынк. Брынк. Все, отдыхаем.
Самое первое, от кого надо снимать, это снайперов, ребят, запомните. Такой жизненный принцип. Как кто-то отходит в кусты, в темноту, вот так вот он в темноту отошел. Мы его в темноте жахнули. Все, он у нас спит, видишь? Как хорошо получается. Все, задыхаемся. Перезарядочку делаем. У нас с тобой 15 патрон. 15 патрон мы что с тобой можем сделать? Так. Смотри, видишь, как он задница кверху. Спит. Отдыхает, устал, говорит. Так. Здесь нужно убирать момент теперь. Так. Сейчас он смотрит, что он ящик принесет. Просто нужно подбирать моменты. Какой-то у нас с тобой, как в этом, был лысый челлендж было, помнишь? Кто? Отдыхаем. Никакой тревоги, слышь? Да ты чё, ты стебёшься, что ли, надо мной? Какая тревога? Хеллоу! Вы охренели, что ли? А с какой последний чекпоинт, мне интересно, где был? В каком месте в таком у меня был последний чекпоинт? Так у меня он на месте застрял. Я не могу шевельнуться, смотри. Лол, кек, чебурек. Я не могу сдвинуться с места. Он застрял на месте. Вы что, серьезно? Заново, что ли, играть? Я не могу сдвинуться. Смотри, он на месте у меня застрял здесь. А, у меня даже кнопки не работают. Даже так. У меня кнопки не работают вообще, понял? Короче, я нажимаю, ничего не происходит. Жесть какая-то. Что делать? Заново, что ли, проходить? Вы серьезно? Хардкор какой-то, ладно, сейчас подумаем, что делать. В общем, ребятушки, понимаю, что это может быть не особо приятно, хотели бы увидеть все-таки, чтобы было прохождение у нас с вами всех этих дополнений, но я не хочу вот мучиться. Видишь, у нас с тобой даже таймер 0-0 по часам показывает, а он ну, не помирает, не отъезжает. То есть от того, что фильтры закончились. Я предлагаю на этом закончить нашу серию, потому что у нас с вами и так немало дополнений. Принцип вы как бы поняли. Я так понимаю, что скорее всего там надо было бы уже спуститься вниз, потому что это вряд ли такие прям огромные все карты. Я сомневаюсь в том, что эти миссии все такие уж прям невероятно огромные, но просто проходить заново, ну, не хочется. Не вижу смысла бегать, но вы поняли принцип, если бы там я второго бы спалил бы сразу, увидел бы его, что он там начал там что-то орать, вопить, а я не заметил, где он там бегает. И просто мы с вами по лебедке переехали бы, и все. То есть, я так понимаю, спрыгнули бы, наверное, вниз бы там, и там все закончилось. То, что все равно вышло бы как раз на 20 минут бы, примерно. Что, пока что это все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание, до новых встреч, крутите, не переключайтесь. Огромное количество гайдов, летсплей, всего крутого, сможете идти мне на канале. С вами был Шуранка, спасибо за внимание, до новых встреч, и пока-пока, ребяточки, не переключайтесь. С вами был Шуранка.